Волгодонской городской общественной организации «Литературно-творческое объединение «Лира». Автор-исполнитель Кирилл Антонов. Мне совсем не надобно, мне бы только не сдохнуть с голода. Пропитавшись дымом от ладана, я стихами своими да песнями прорублю дорогу к Создателю, что сокрыл свой храм чернолесьями, не оставив лика воятелю. Просвещение через строки поэта-писателя, и надеюсь, что их поколение не утратит зерно Создателя. И поднимется Русь светлоликая, что поэтами славилась издавна. Но душой и духом великая. Спасибо.